Друзья мои, всем большой привет. Что ж, у нас конец апреля. Я вот, видите, неделю назад здесь не был. Ну, получается, уже 2 недели меня здесь не было. И после 13 апреля, сейчас у нас конец апреля. Посмотрим, как чувствует себя участок. Уже все, видите, активно растет. Вся зелень развивается, это хорошо. Здесь у меня голубика, которая уже тоже листики дает. Сегодня я буду закислять обязательно, потому что после зимы там наверняка почва не очень кислая. Кстати, вот мне интересно, это тут не цветочки случайно будущие? Ну, не знаю, посмотрим. Пусть она, главное, развивается, а там видно будет. Потом, смотрите, отдельно остановлюсь на винограде. Я вообще ролики там еще делаю, шортс-ролики. Если кому интересно, тоже можете смотреть. Виноград, видите, тоже чувствует себя хорошо, как мы видим. Вот отсюда. В этот раз я его на зиму накрывал. И вот эта вот лоза, она выжила. В прошлом году она не выжила, у меня умерла. Я вообще думал, что весь виноград умер. Но в итоге, к счастью, вот этот корешок остался жив тогда, а сейчас и лоза живая осталась. И я надеюсь, что в этом году он будет расти уже гораздо активнее, чем в прошлом. Пройдемся с вами дальше. Посмотрим, на чем я тут остановлюсь. На наших грушах любимых. Вот это вот у меня груша, которая побольше. Видите, она тоже активно уже расти начинает. Вот эта груша поменьше. Как-то я на маленькую вот эту грушу особо ставку даже не делал. Думал, что вот у меня та большая будет только расти, а маленькая, ну, отомрет, да, там через какое-то время. Но в этом году она меня очень приятно удивила тем, что, смотрите, похоже, что у нее будут какие-то тут цветочки, я так понимаю, это будущие груши. Похоже, что она будет цвести. Ну, дай бог, что с ней будет все хорошо. Посмотрим тогда через неделю, через полторы. На вишенке тоже я, наверное, остановлюсь. Я был уверен, что все, она уже умрет в этом году. Ну, не в этом году, в прошлом еще. Но, к счастью, она ожила. И в этом году, видите, тоже активно уже начинает распускаться. Дай бог, чтобы она росла у меня дальше. Давайте пройдемся еще подальше. Здесь у нас с вами абрикосы. И там вдали облепиха, которая сама выросла. Ну, абрикосина вот у меня, видите, тоже вот это вот растет. Вроде как хорошо листочки дает. Посмотрим, что из этого дальше получится. Ну и растет она, в принципе, тоже нормально. Конечно, она здесь сильно разветвилась. Ну, мне что-то уже как-то стрёмно что-то здесь обрезать по-серьезному. Может быть, в конце лета я подумаю. Но я отсюда обрезал уже в прошлом году. Вот видно здесь вот пни. Сейчас пока не буду уже ничего трогать. Вот это абрикосин как-то чувствует себя плохо. Вообще, конечно, как бы вот мой вывод, что абрикосы для наших широт, они очень капризные. Яблоки в этом плане, конечно, получше. Они вроде растут, но я вот не знаю, это тут вот не дичка у нее растет. В смысле, видите, центральный вот этот ствол у меня умер, а отрастает уже вот что-то непонятное. Ну, оставлю как есть. Здесь вроде в этом плане получше, но тут опять же тоже, я не знаю, вот это выжило... Вот эта ветка или нет. Пока оставляем как есть. Что у нас облепиха, она у нас неприхотливая. Растет хорошо. Ну, пусть растет дальше, раз уж она там появилась. Здесь у нас грядка. Вот эта грядка у меня вообще под пар пустая. Я ее оставил. Я не знаю, просто что туда посадить. Я построил, думал что-нибудь. Думал розы сюда посадить. Но в итоге не сажал ничего. А здесь у меня... Одна из моих потенциальных покупателей с участка проезжала, посадила лук и уехала. И не стала участок покупать. Очень было забавно, но лук ее теперь растет. Клубника. Клубника в этих самых, господи, в 5-литровых горшочках. Вообще я очень скептически к ней относился, но думал, что как бы это ерунда сажать. Я их, видите, оставлял в прошлом году, ну вот этой вот зимой в парнике. И она у меня быстрее схватилась, получается. Видите, как у нее там тоже активно все развивается. Раньше начала расти, потому что в парнике все-таки потеплее было. Вот посмотрим, что из этого получится. То есть ее конкуренты в грядках, они, в принципе, тоже растут. Сегодня мы здесь будем порядки, кстати, наводить активно. Но они все-таки поменьше, хотя более густые кусты. Вот посмотрим тогда обязательно. Мне прям интересно, что получится. И здесь, видите, здесь я еще лук подсаживал, то у меня лук растет. Надо будет сегодня прополоть, лук не подергать случайно, нечаянно. Здесь, видите, тоже у меня клубника. Клубника растет в горшках.
Вот эксперимент, что-нибудь из нее вырастет или нет. Вообще, почему я ее сюда посадил? Просто у меня были лишние розеточки, мне их некуда было девать. Я думаю, ладно, оставлю их вот в горшках, посмотрим тогда. Так что в целом норм. Ну, в парнике мне вам пока показать нечего. Я еще сюда ничего не сажал. Сегодня буду, кстати, сюда сажать 4 помидора я привез. Рассадой 4 помидорки. Какое-то у меня тут дерево выросло, и что-то его вырывать жалко, и не знаю вообще, что это такое. Ну ладно, пусть пока растет, что теперь сделаешь с ним. Так что в парнике, в общем, так, пока тут нечего, нечего смотреть. Ну и что я вам еще не показал? Давайте, наверное, покажу. Покажу я вам свои сливки. Сливки растут пока, я вообще думал их сегодня оттли прыскать, но вижу, что рано еще их прыскать оттли. Нужно, чтобы они листья дали активно. И потом, когда они уже эти листочки дадут, мы уже дальше будем смотреть, в какой момент прыскать. Но это прям вот, наверное, через неделю, я думаю. Потому что в прошлый раз я опоздал с этим делом. И в итоге тля там у меня очень сильно побила листочки. А так они, в принципе, растут хорошо. Вот видно даже по стволу. Здесь ствол был спалец, да, вот года 3 назад. И вот посмотрите, какой он сейчас стал. Так что в целом по участку все хорошо получается. Были дожди сильные, я вижу. Вот, и вода, ну не то, что она стоит, но кое-где мокро. Я, во всяком случае, в сапогах сегодня хожу, чтобы не промочить. С другой стороны, это хорошо, потому что на неделе вроде как будет очень жарко. Ну как жарко, ну 20 градусов. Для апреля, для мая это очень большая температура. И я думаю, что все это очень быстро просохнет. Там, по-моему, дождей не будет. Так что буду держать вас в курсе. Кому интересно, смотрите обязательно. Ну вот еще, наверное, что я затронул смородину, которую я думал, что она умрет. Но в этом году она как-то растет ничего. Нужно будет ее тоже прополоть тогда сегодня. Будем смотреть, наблюдать и рассказывать обязательно вам. До встречи!